Друзья мои, рад вас приветствовать на нашем канале. Мы сейчас находимся в реализованном здании, на реализованном объекте. Это административно-бытовой корпус завода-производителя детских игрушек, расположенного в городе Липецк. В данном здании установлена система отопления теплопанели. Это водяная низкотемпературная потолочная система, встраиваемая в потолок, как вы видите. Вот две полоски, как раз наша система. Жидкий теплоноситель, то есть нагретая вода, проходя через конструкцию системы, преобразуется в инфракрасный длинноволновой низкотемпературный луч, который обогревает поверхности, в данном случае тамбурную зону и все остальное помещение, и создает необходимый комфортный температурный режим. Сейчас мы посмотрим на автоматике. 22,1 градус сейчас в помещении. То есть к основному комплекту системы можете приобрести автоматику, которая позволит регулировать температуру в обычные праздничные выходные дни, либо в ночное время понижать температуру, а утром к необходимому часу поднимать. Вся система работает отлично, эффективно, и у нее есть энергосберегающий эффект, который позволяет снижать затраты эксплуатационные ежемесячно до 52%. Если вы хотите приобрести данную систему, либо сделать расчет, оставляйте заявку по ссылке под видеороликом, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал.